встречи с орлятами для Генеральной прокуратуры стали доброй традицией. Как правило, мы стараемся приезжать в Орленок в канун каких-то значимых событий для нашей Родины, значимых дат. Сегодня канун Дня России, и мы хотели бы сегодня тему нашей встречи посвятить именно этому празднику, поговорить о государственных вопросах с детьми. Мы хотели, чтобы ребята больше узнали о своем месте в системе правового государственного регулирования, о своих правах, о своих обязанностях. Ну и, конечно, учитывая, что мы в преддверии праздника нашей великой Родины, Дня России, хотелось, чтобы быть уверенными, что они знают об истории возникновения, рождения этого праздника, о символике государства. Я узнала нового, то, что некоторые права, которые я не знала, и для меня они стали некоторым открытием. Все викторины, которые у нас были, это было прикольно, то, что придумали такое действие, как бы подать детям то, что было интересно. Эта встреча была одной из самых классных встреч, которые были, потому что она была такая духовная, и еще те люди, которые приехали, они настолько были влюблены в свою профессию, что они давали свою энергию детям. 45 баллов. Мой первый. Мне на самом деле очень понравилось, было весьма необычно, потому что я до этого не посещала такие мероприятия. Было очень неожиданно выиграть в этом конкурсе на самом деле, потому что я думала, что большинство наших ответов были не совсем верны, но заняв первое место, я поняла, что я очень даже хорошо знаю нашу Родину. Эта встреча произошла накануне Дня России, такого символичного для нас всех праздника. Мы все много узнали, много повторили. Я считаю, каждый гражданин, тем более мы как подростки, должны знать о стране больше.